Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас снова в Падуе. Сегодня солнечно, сегодня достаточно тепло. Часто вы спрашиваете меня: Яна, ну сколько градусов, потому что действительно кто-то в шубе, кто-то в футболках уже. Например, сегодня в 9 часов утра на бортовой панели мне показывало плюс 1, сейчас примерно плюс 11, и если выйти на солнце, то какие-нибудь хорошие плюс 15 градусов совершенно точно будут. Я много раз рассказывала об особенности итальянских городов, которые таким образом построены, что да, если ты выходишь на площадь, очень может быть тепло, а в летние теплые дни может быть даже жарко, в то время как только ты отходишь в тень, ты можешь даже замерзнуть, потому что сырость, она имеет место. Ну что ж, сегодня будет достаточно красивый стрит-стайл, мне тоже все понравилось, потому что все будет очень разнообразно. И в который раз хочу обратить ваше внимание, все чаще и чаще я встречаю широкую юбку из-под пальто. Это смотрится очень красиво. А здесь хочу обратить ваше внимание не просто на юбку плиссе, которая не теряет своей популярности, а на черные плотные колготки плюс белый кроссовок. Тоже много дискуссий было по этому поводу. В этот раз я зашла погреться в Страдивариус, и посмотрите, мы снова видим розовые шапки, розовые сумки. И это, да, уже весенняя коллекция. Хочу сказать, что если вам нравятся объемные шапки с большим отворотом, то в Страдивариусе они есть. И тоже много раз показывала подобные колготки в точечку. Удивительно стильно и красиво они смотрятся, я себе такие обязательно куплю. И я нашла 100% хлопок, вот такие свитера, три цвета. И могу сказать, что вот такой ментоловый, это очень редкий цвет, он прекрасно смотрится с белым, он прекрасно смотрится с бежевым. Имейте в виду, если вы ищете себе вот такой пастельный свитер, 100% хлопок есть в Страдивариусе. Также покажу вам головные уборы, берет в стразах и вот такой эко-кожа кепи, очень мне понравились. Белые брюки очень популярны, также очень удобны, их можно носить, как мы поняли, и зимой, и летом, и весной, и осенью. А вот такие накидки тоже очень популярны, и по осени, ранней осени я показывала, насколько они популярны и любимы итальянками. Ну что ж, тедди в любом случае смотрится лучше с каблуком, хотя бы небольшой каблук должен быть. И я очень много вижу пальто чебурашка, пальто а-ля тедди, мне так более привычно, застегнутым. Поверьте мне, со спины это смотрится очень некрасиво. Если у вас тедди есть, если у вас есть пальто чебурашка, носите его по возможности расстегнутым. Плотный шарф, возможно, два шарфа, попробуйте обыграть, чтобы закрыть то пространство, которое остается расстегнутым. Поверьте мне, вы будете выглядеть гораздо более красиво. Случается, мне пишут в комментариях, что я очень люблю слово «очень», но, возможно, это уже некое наслоение языков и восприятия, потому что, конечно же, слово «tanto», «ma tanto bello», «ma tanto», «sono tanto felice» – это, конечно же, оборот речи, который свойственен итальянцам. Они очень любят слово «очень», они очень любят превосходную степень, у них все очень красиво, очень здорово, они себя очень и очень хорошо чувствуют и ощущают. И, наверное, эту привычку вот такой превосходной степени, не ставя слово в превосходную степень, а просто добавляя слово «очень», повторяя его много раз, наверное, эту привычку я перенесла и на русский язык. И поскольку так же, как и в итальянском языке, слово «очень» я использую с прилагательными, которые имеют позитивный контекст, позитивный оттенок, я не уверена, что мне стоит от этой привычки избавляться, потому что, да, слово «очень» употребляется с чем-то, что означает что-то хорошее, очень красиво, я очень тебя люблю, я очень рада, я очень счастлив и так далее.
Снова шляпа с классическим пальто. Более того, на пальто имеется оторочка из меха. Обратите внимание, что подобный образ очень хорошо сочетается и смотрится со спортивной обувью. И здесь мы снова видим розовый и серый. На мой взгляд, это потрясающе красивое сочетание. И, по всей видимости, оно очень и очень популярно и любимо в этом сезоне. Пальто с бахромой было предложено Max Mara в прошлом году, и я вижу большое количество таких пальто, что на витринах, что на модницах. Это, безусловно, тренд, который продолжает набирать свою популярность. Я уверена, что даже на предстоящем осеннем стрит-стайле и осенних витринах мы увидим очень много пальто вот с такой отделкой. Кстати, Max Mara в этом году предложила также юбки вот с такой отделкой, с такой бахромой по юбке. На самом деле, это даже не нашитая бахрома, я думаю, что многие понимают. Это прямо-таки бахрома, как на пледе. Посмотрите, как интересно можно обыграть классические мужские брюки, скучные мужские брюки со стрелками, просто укоротив их и, возможно, чуть-чуть заузив. Это сделать несложно. В общем-то, в любом ателье, не только в Италии, я думаю, что справиться с этой задачей, слегка заузить брюки сантиметр-сантиметр по обоим швам, по обеим сторонам, и классические скучные брюки могут превратиться в остромодную вещь. Я, на самом деле, своему мужу предложила переделать несколько брюк, он пока еще думает, потому что, на мой взгляд, если есть качественные брюки из качественной шерсти, которые уже по своему силуэту, например, вот такой силуэт, безусловно, он все-таки не настолько актуален, моден и в тренде, как мы бы могли сказать, хотя смотрится очень-очень красиво, даже такие брюки можно обыграть, но тем не менее, укоротив и заузив по обеим сторонам, я думаю, что можно получить остромодную вещь. Каждый раз, когда я вижу пальто Тедди, я не могу молчать и призываю всех модниц, всех обладательниц пальто Тедди а-ля Тедди, пальто Чебурашка, носить это пальто расстегнутым.
потому что так оно смотрится лучше. И я бы никогда не обратила на это внимания, если бы не снимала людей со спины, если бы не снимала людей, счастливых обладательниц такого пальто сбоку, спереди, на самом деле, с разных ракурсов. И меня часто спрашивают, как мой муж относится к подобному пальто в моем гардеробе. Он, в общем-то, считает, что эта вещь меня не украшает. И я сама много раз говорила, что я сама считаю, что эта вещь меня не украшает. Но она очень теплая, она очень удобная, она очень объемная, можно много чего надеть и всякими различными способами утеплиться, когда действительно холодно и когда это нужно сделать. Но могу сказать, что когда пальто застегиваешь, оно, конечно, не просто теряет свое очарование, которого, возможно, и не было, оно прямо-таки уродует женскую фигуру. Носите пальто Тедди, носите пальто Чебурашка расстегнутым. Нельзя не заметить, что пальто, безусловно, фаворит и король стрит-стайла, в особенности необычное пальто. Вот с такой необычной отделкой, либо с необычным принтом, либо с необычной фактурой. В данном случае сочетается все, и принт, и фактура, и необычный цвет. И это было твидовое пальто, на видео не очень хорошо отразилось. Я видела его, что называется, не через камеру. Очень плотный, очень объемный твид. Если задумываетесь о покупке нового пальто для себя, наверное, это самое лучшее время, чтобы подумать и присмотреться к пальто в клетку. Возможно, даже пальто ярких цветов и в клетку, и, возможно, с бахромой. Снова мы видим верхнюю одежду на верхнюю одежду. Был легкий пуховик плюс пальто. Очень и очень красиво. Ну что ж, дорогие зрительницы, вот такая, на мой взгляд, интересная и разнообразная подборка у меня сегодня получилась. Резюмируя, снова хочу обратить внимание на белые брюки любой узости, они очень популярны, цвет серый плюс розовый, вот прямо такие, как только что мы видели, тоже очень красиво, верхняя одежда на верхнюю одежду также. Тенденция, которая очень красива, которая позволяет нам не замерзнуть, очень часто все-таки итальянки носят жилет, как в данном случае, поверх пуховика либо кожаной куртки. Также хочу обратить ваше внимание на брюки со стрелками, женские брюки со стрелками, принт-клетка любого размера. И завершить этот стрит-стайл мне бы хотелось вот этим образом. Это бабушка, которая на прогулке с маленьким ребенком. Посмотрите, как она молодо выглядит. За счет чего? За счет вот такого силуэта, который создается узкими брюками, паркой. Помимо того, что это узкий силуэт, это еще так называемый молодежный, спортивный силуэт. Я много раз говорила, что спортивная одежда, она создает впечатление у смотрящего на такого человека. Кстати, вот как интересно, перевозят не только детей, но и собачек. Это специальная, кстати, коляска для маленьких собачек. Так вот, действительно, спортивная одежда, спортивный силуэт отсылает смотрящего на нас мыслями к молодости, нашей молодости, вообще молодости человека. Поэтому, если мы хотим выглядеть моложе, то спортивные вещи в нашем гардеробе – это то, что нам нужно. Ну и волосы так называемой средней длины, безусловно молодят, на мой взгляд, любую женщину. И это очень хороший пример, когда даже седые волосы смотрятся прекрасно. На мой взгляд, они смотрятся прекрасно. Что ж, дорогие зрительницы, желаю всем выглядеть хорошо, классно и стильно, но самое главное – таким образом себя ощущать, не тратя ни много денег, ни много времени на выбор того, что же мы наденем сегодня с утра. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.